掩饰过多少，才不会被现实看到。只是相爱很难刚好，陪着你就好，这样不算打扰，还依然听到爱你很久清晰的心跳。那一份爱放在我心里变成了心事，就一直在你身边围绕。我依赖的你可能都不知道，一分一秒对我多重要，生活不过是你陪我走过的每秒，爱过的人现在应该都很好。记忆它如诗如画的线条，镌刻出某段青春的寥寥。我害怕知道，又很想知道你现在好不好。依赖的你可能都不知道，一分一秒对我多重要，生活不过是你陪我走过的每秒，爱过的人现在都很好。爱着的你应该都知道，你从未缺席过那些美好，原来你才是我一直珍惜的每秒。我答应了你就会一直都好。Квадрицепсы параллельно полу. Колени должны быть согнуты менее чем на 90 градусов. Обрати внимание. Кроме того, задняя точка должна быть напряжена. Хорошо. Давай. Ты видел? Ты можешь просто сказать, можно не показывать? Большая задница. Пожалуйста, уважай мою профессию, хорошо? А я не уважаю? Разве это не просто растяжка и пара приседаний? Смотри. Что в этом такого? Простите, а какая разница между тем, что ты делаешь, и сидением на унитазе? Что ты сказал? Днем и ночью, все, что вам нужно, это принимать позы. Разве это не просто мышцы? У кого их нет? Ты! Что происходит? По доброте душевной я учил его движениям. А он сказал, что я... Что я сказал? Скажи. Я не могу повторить. Давай сделаем так, сделай движения, которыми я научил тебя, чтобы все посмотрели, правильно или нет. Хорошо, сделаю, я не боюсь. Смотрите. Разве плохо? Да. Сделай еще раз. Смотри внимательно. Как тебе? Ну? Балбес. Кто сказал тебе выпендриваться? Притворяешься? Чего? Притворяешься? Тот, кто притворяется, это он. Ты как? Болит. Спину потянул? Да выпендривался. Не смешно. Сей, отвези его в больницу. Я тоже поеду. Зачем тебе? Скоро придет дизайнер логотипов. Помогите ему встать. Медленно, осторожно. Чен Мин. Директор Ли. Имя товара, которое вы придумали, отличное. Это имя похоже на звуки лягушки. Цикады и птицы на рассвете летом. Это представляет собой духовную силу природы и жизненную силу во всех аспектах. Дизайн логотипа было сделать не так просто. Это произведение искусства, которое вы льете в свою жизнь. Понежнее, больно. Больно. Почему ты выпендривался? Фитнес всегда был специализированной сферой. Почему ты постоянно соревнуешься с Джоном? Разве не ты говорила, что с ним что-то не так? Почему вдруг изменилось? Ты прав. Он мне раньше не очень нравился. Он отчасти невнимателен и любит красоваться. Мир и гармонию можно спокойно наблюдать. Во всем. Закончил? У вас есть вопросы? Нам очень нравится ваш дизайн, но его смысл... Я кое-что еще не представил. Ничего страшного, сначала обсудим, да? Да.
Тогда хорошо. Буду ждать вашего ответа. Я пойду. Пошли. Но узнав его получше, он уже не так раздражает. Он простой, честный и хорошо относится к людям. Невнимательность считается простотой и честностью? Любит похвастаться добрым отношением к людям? Послушай, сколько волшебных зелий ты выпила? Если вы двое узнаете друг друга еще немного, тебе придется сменить профессию и тоже стать инструктором. Кто-нибудь из вас понял, что он говорил? Понял что? Я даже ничего не слышал. Лошо, ты понял? Что-нибудь? Простите, мне очень жаль. У меня плохие презентации. Вы можете не использовать наше предложение по дизайну. Однако я хотел бы сказать одну вещь. Я надеюсь, вы дадите мне последний шанс. Прошу. Спасибо. На самом деле, наша концепция дизайна проста. Надо просто сформировать образ. При этом поочередно настраивать три основных цвета. Это означает динамику и энергию тренировок, чтобы клиенты могли почувствовать своего рода ритм. Если бы вы сказали это раньше, мы бы поняли. Вы сделали это так загадочно. Честно говоря, мы с моей командой раньше не были знатоками преувеличения. Поэтому мы упустили много возможностей. Сегодня я хотел бы попробовать выйти из зоны комфорта. Однако только что вся моя презентация даже меня не тронула. Как она могла растрогать вас? Видя вашу реакцию, я решил, что должен сохранять свой стиль, создавая вещи, которые понравятся мне. И делать то, что считаю правильным. Тогда, надеюсь, у нас будет приятное сотрудничество. Спасибо. Надеюсь на сотрудничество. Мы будем много работать. Сестра Ци. Алло, Лин Ю, что такое? Ты обедала? Я пришла поговорить с Инюнем о бронировании отеля на свадьбу. Проходила мимо вашей компании. Пообедай со мной. И мы быстро составим план для подружки-невесты. Хорошо, тогда увидимся в полдень. Пока. Ладно, пока. Сей, почему ты здесь? Инструктор Чан, спина Чандале пострадала. Поэтому я повела его на массаж, что только усугубило ситуацию. Есть ли у вас какие-нибудь реабилитационные тренировки, которые могут ему помочь? Он не верит в мои способности, правда? Почему ты доверился мне сейчас? Нет, на самом деле я никогда тебе не доверял. Он доверяет. Кроме того, я думаю, что моя спина теперь в порядке. Мы можем вернуться. Все, пошли. Ему нужна твоя помощь. Я... Вот, взгляни. Я выбрала это своим главным свадебным платьем. Что думаешь? Довольно красивое. Правда? А еще это наряд для тостов. Мне выбрать китайский стиль или западный? Думаю, это в китайском стиле выглядит неплохо. Тебе подходит. Да, ты знаешь меня лучше всех. Ладно, выбор невесты закончился. Помоги мне посмотреть для жениха. Посмотрим. Вы женитесь или мстите? Почему он выглядит таким серьезным? Не надо об этом. Мы не раз спорили по поводу этой свадьбы. Это такая малость. Это все равно, что лишить его жизни. Но разве ты не выбрала все сама? Ты не можешь вернуть теперь. Цинь Юнь простодушный человек, поэтому следует перестать усложнять ему жизнь. Ладно, ладно, не будем об этом. Помоги мне выбрать наряд жениха. Эти два. Ты их уже отметила, так что выбирать? Но выбирала ли ты их или Цинь Юнь? Конечно, он. Он сказал, что эти два делают его стабильным и серьезным. Моя свадьба – радостное событие, но он настаивает на том, чтобы надеть что-то мрачное. Что он хочет этим сказать? Он женится только раз, верно? Так что уступи ему немного. Все равно он привык делать то, что ему нравится.
Хорошо, теперь к главному. Твое платье подружки невесты. Мое? Да. Мне не нужно выбирать. Помоги мне выбрать. Ты не собираешься смотреть? Ты выбери за меня. Я доверяю. Хорошо, тогда я выберу за тебя. Кстати, у тебя есть подходящий кандидат в шаферы? Шаферы? Разве это не должен быть друг Циньюня? Ты его не знаешь? Разве Хан Зимо не единственный его шафер? У меня 5 или 6 подружек невеста, а у него только 1 шафер. Все будут говорить, что я его подавляю. Ты это и делаешь, но не позволяешь другим говорить про это? Но кого ты хочешь в качестве шафера для Циньюня? Не знаю, поэтому и прошу у тебя помощи. Откуда мне знать? Кроме того, я думала, что шаферы должны быть такие же хорошие, как и подружки невесты, верно? Они не могут быть хуже и должны хотя бы быть выше, красивее и моложе. Твой брат свободен на следующей неделе? Мой брат? Он не подходит, чтобы быть шафером. Чем он не подходит? Твой брат высокий, красивый и молодой. Он идеально соответствует моим стандартам. Ну что, помоги узнать? Чуяо, помоги с этой ситуацией. Я спрошу за тебя. Хорошо. Но я не могу гарантировать, что он согласится. Я верю, ты справишься. Я ставлю это на тебя. Си, я недавно придумал ускоренный курс специально для женщин. Эффект увидишь через несколько дней. Правда? Да. Несколько дней? Давай найдем время, и я лично тебя проинструктирую. Я смогу быть похожа на них через несколько дней, в смысле... Конечно, все они мои ученики. Тогда мне нужна диета? В диете необходимости нет. Обычный эффект можно увидеть в течение 2 недель. Просто делай то, что я говорю. Что ты делаешь? Не ленись, продолжай. Чандалы, делай, как тебе говорят. Иди сюда. Делай это. Жим лежа 10 раз за один подход. Сделай всего 10 подходов. Осторожно со своей старой спиной. Постой! Ты делаешь это специально? Я терпел тебя. Ты правда хочешь, чтобы я это делал? Это базовое упражнение для реабилитации. Что, не можешь сделать и обвиняешь меня? Бесполезный. Что ты сказал? Чандалы. Я назвал тебя бесполезным. Иди к черту! Вы двое. Я не ожидал, Чандалы. Ну ты даешь. Ты поссорился с фитнес-инструктором? Кто сказал ему нацеливаться на меня? Можешь потише? Было недостаточно стыдно? Мне стыдно? Думаю, стыдно только Джан Джиуяну. По крайней мере, он не такой, как ты, бесстыдно играющий на публике. Что? Я веду себя бессовестно? Тогда возвращайся к Джан Джиуяну. Надеюсь, вы двое будете вместе. И скоро родите ребенка. Чандалы, ты в своем уме? Постой! Не трогай меня. Мне нужно тебе кое-что сказать. Говори быстрее. Ты мне нравишься. Что? Ты мне нравишься. Чандалы любят Ню Сию. Не расслышала? Чандалы, ты с ума сошел? Да, сошел. Сошел с ума, поэтому ты мне нравишься. Ты серьезно? А что, думаешь, я говорю несерьезно? А ты выглядишь серьезно? Да или нет, просто ответь. Я серьезно. Ни за что. Почему нет? Thank you.
Почему? Ты свободен на следующей неделе? Я должен... А что? На свадьбе Линью не хватает шафера. Пойдешь или нет? У меня нет времени. Я очень занят. Она меня умоляла. Она сказала, что сейчас Ханзе мой единственный шафер, а подружек невесты много, поэтому это нечестно. Просто сделай мне одолжение, ладно? Значит, ты подружка невесты? Конечно. Кроме того, я сегодня даже выбирала наряды с Линью. Наряд для шаферов действительно красивый. Если ты пойдешь, я тоже пойду. Правда? Да. Тогда решено. Ты не можешь отказаться. Понятно? Мой брат такой надежный. Иди спать. Лушу, ты довольно красив в этом. Мое мнение правильное. Этот шафер действительно надежен. У брата Тиньюни есть здравый смысл, что он женится на такой красивой невесте. Ты умеешь говорить приятно. Линью. Разве это платье не слишком? Выглядит здорово. Совсем неплохо. Тебе идет. Может, мне переодеться? Стой. Выглядит здорово. Тебе подходит. Иди сюда. Что? Давай. Встаньте там. Дайте посмотреть. Эта пара создана на небесах. Какая идеальная. Конечно. Разве мой младший брат не красив? Вы так хорошо выглядите вместе. Чандале. Что такое? Что-то не так? Разве ты не говорил, что я тебе нравлюсь? Когда это началось? Ты... Разве ты не сказала, что не хочешь быть со мной? Почему сейчас спрашиваешь? Мне просто любопытно. Скажи мне. Ну, кто знает. В любом случае, ты мне просто нравишься. Может быть, чувства вспыхнули от споров. Когда я не спорю с тобой, я чувствую себя несчастным. Разве это не значит, что ты мне нравишься? Значит? Значит. Так или иначе, во всяком случае, когда я смотрю на тебя, мне приятно. Отлично. Достаточно.
Ладно, тогда делай, что должен. Хорошо. Пока. Что случилось? Моя подруга должна была быть подружкой невесты. Сказала, что кое-что произошло, не сможет прийти. И что будешь делать? У тебя есть замена? Нет, я попросила только 5 человек. Куда мне пойти? Лушу, а что насчет людей в твоей компании? В моей компании? А ты не боишься испортить свадьбу? Все в порядке, я не боюсь. Главное, что людей на свадьбе не хватает. Скажем, у меня всего 4 подружки-невесты, это так мало. Подумай об этом, как об опасности. В твоей компании нет девушки? Пригласите ее, чтобы стало 5. Замечательно, она подойдет. И помоги мне найти еще шафера. Что скажешь? Я спрошу. Договорились. Что? Чего это вы ржете? Дала, я не знаю почему, но когда смотрю на тебя, мне приятно. Ты что, умом тронулся? Может, чувства возникли из-за споров? Когда я не спорю с тобой, я чувствую себя несчастным. Фу! Не осия! Чандале, ты что? Что ты пытаешься сделать? Если она тебе нравится, соревнуйся со мной честно. Прекрати делать подлости. Что я сделал? Ты бессовестный. Сам такое. О чем спорите? Разве ты не говорил, что я должен говорить то, что у меня на сердце? Ладно. Си, у тебя будет время на следующей неделе? Сначала скажи, что хочешь. Подруге моей старшей сестры нужна подружка невесты. Я могу быть подружкой невесты. Все равно никогда ей не была. Еще не хватает шафера. Кто хочет? Если Нюси и подружка невесты, тогда шафером должен быть Чандале. Когда они вместе, у меня на ум приходит одна фраза. Идеальная пара. Дале. Помоги мне. Осмелишься? Я пойду. Я пойду. Я тоже пойду. Давай, мы двое пойдем с тобой, хорошо? Я передаю тебе свою дочь. Папа, не волнуйтесь, я обязательно позабочусь о Лин Ю. Давайте передадим паре кольца для обмена.
Поцелуй! 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 Молодцы! Давай, кусай! Ну же! Давай! Чандалы, хочешь умереть? Беги! Беги быстрее! Хорошо, все смотрите сюда, сюда! Только что этот шафер и подружка невесты закончили кусать яблоко. Желаем им успехов и процветания в карьере. Далее нам нужно выбрать другую пару. Кто будет? Давайте, давайте! Иди! Чияо, иди! Я не могу. Давай. Хорошо, есть подружка невесты. Подружка, пожалуйста. Как насчет меня? Ты что? Я пойду. Давай. Давай! Надевайте, скорее. Вот, надевай. Я чувствую, что яблоко мне не нужно. Все, давайте начнем. Начинаем. Вперед, еще немного. Вперед, давай. Кусай, ну же. Она страшная, бежит на каблуках за мной. Чучен, там так весело, почему ты ушел? Я не хочу, чтобы меня здесь с кем-то сводили. Слушай, твоя одноклассница уже замужем, когда твоя очередь? Моя? Да. Я даже не сделала первого шага, у меня нет парня, какой муж? Речь только, что ты его не нашла, да? Хан Зиму? Хватит шутить. Он мой одноклассник. Значит, он тебе нравится? Ты ребенок. Почему спрашиваешь об этом? Моя главная цель — сосредоточиться на зарабатывании денег и преуспеть на работе. Почему вы там? Пошли делать фото. Быстрее. Пошли. Пошли. Лошо, давай. Быстрее, пошли быстрее, фотографироваться, быстрее. Ну же. Где двое других? Давай, фотографируемся, ну же. Хорошо, давай сначала сделаем несколько фото. Мы в центре, приготовься. Быстрее, подготовься. Ну же. Раз, два, три, сыр! Алло, алло, невеста? Почему у тебя есть время позвонить в первую брачную ночь? Цинюнь и я были вместе так долго. Какая романтическая брачная ночь. Послушай, мой босс дал мне работу в такой день. Что? В твоей компании никого нет? Он поручает тебе работу? Весело, правда? Я в компании маленький специалист. Так что более важную работу должна делать лично. Вот почему звоню тебе. Почему мне звонишь? Я ничем не могу помочь. Наша компания приняла проект по свиданиям вслепую. Я главный руководитель. Подожди. Свидание вслепую? Ты угадала. Лин Ю, ты же не серьезно, правда? Главное, я получила повышение. На меня сильное давление. И это свидание вслепую – главный сегмент оценки. Я должна убедиться, что людей достаточно. Поэтому, Чуяо, я могу только просить тебя помочь. Я одна тебе число не увеличу. Конечно, нет. Вот почему я хочу, чтобы ты помогла мне спросить Лушу. У него в компании сколько человек? Попроси их тоже. Потом угощу всех обедом.
Хорошо, тогда я спрошу его. Хорошо, мое будущее зависит от тебя. Отлично, пока. Ладно, пока. Цэньюнь, не собираешься оттуда вылезать? Поэтому за это нарушение им грозит штраф не менее 30 тысяч йен. Я хочу кое-что обсудить. Ничего хорошего точно не будет. Убери руку. Посмотри, как ты выглядишь. Посмотри, как ты напугала младшего брата. Прекрати притворяться, хорошо? Я еще не сказала, о чем. Почему вы нападаете на меня? Это может быть что-то хорошее. В прошлый раз ты сделала меня шафером. Ты собираешься найти мне жену на этот раз? Ты телепат? Почему мой младший брат такой умный? Почему ты бьешь его? Забудь про нее. Он еще студент, понятно? Учеба сейчас самое главное. Почему ты лезешь? О чем ты говоришь? Сколько ему сейчас? Почему учеба самое важное? Ему пора встречаться. Нет, почему ты тоже меня бьешь? Послушай, дочка такая же, как мать. Ты научила нашу дочь плохому. Прекрати ерунду говорить. Скорее расскажи нам, что хорошего. Это моя подруга Лин Ю, которая работает планировщиком свадебной компании. Они хотят устроить большое свидание вслепую. Однако людей не хватает, поэтому она хочет, чтобы мой брат пришел со своими друзьями. Не пойду. Свидание вслепую? Ты имеешь в виду, как по телевизору, где говорят о своих условиях, а другой говорит о своих требованиях? Что-то в этом роде? Мама. Такое не слишком ли поспешно? Это не так. Когда мы с твоим отцом встречались, мы... Мама, это не совсем по-настоящему, просто чтобы помочь. Довольно. Ты сама даже не встречаешься, а хочешь помочь другим? Это правда. Послушай, если хочешь кого-то найти, я найду для тебя кого-нибудь. Ты должна найти кого-то близкого, о чем в прошлом все знаешь. Посмотрите, сколько людей показывают по телевизору, где мгновенные браки и разводы. До брака они не знают о друг друге, и потом спорят после брака. По пустякам. Поэтому они идут в суд, и это так неловко. Мама подберет тебе партнера. Ты меня слышишь? Мама. Чуяо, ты в том возрасте, когда тебе следует кого-то поискать, поняла? Верно, верно. Она работает в настоящей свадебной компании. Это отличается от того, что ты видишь по ТВ. Кроме того, я никуда не тороплюсь. Он тоже не торопится. Мы просто собираемся помочь другу. Вот и все, ясно? Это еще одна причина, по которой ты не можешь пойти. Почему вы не понимаете? Послушай, я не пойду. В моем возрасте, если я пойду, будет неловко. Сколько тебе лет? Хватит щипаться. Чего ты такая безжалостная? Ну, сынок, тебе действительно нужно пойти. Посмотри, как ведет себя твоя старшая сестра. Присматривай за ней вместо меня. Не позволяй какому-то молодому человеку похитить ее. Почему ты так про мою дочь нет, говоришь? Посмотри на нее. Ты идешь или нет? Да. Ты леди или нет? Пойду, идешь пойду. Или нет? Идешь или хватит, нет? Хватит, перестань его щипать. Так спешишь, что за паника? Лин Ю ждет моего ответа. Какая грубая. Это краткий обзор этого проекта. Неплохо. Было сделано очень хорошо. Если никому нечего сказать, тогда встреча окончена. Сяо Ци, сделай копию информации о гостях и отдай Ли Чуяу. Пусть она ознакомится с ним заранее. Позови ее сегодня на коктейльную вечеринку. Да, президент Хан. Сестра Ци, какая вечеринка? Это собрание лидеров инвестиционной индустрии. Предполагаю, президент Хан хочет отвезти тебя туда за опытом. Это хорошо? Тогда мне нужно что-то сделать? Обычно для таких коктейльных вечеринок президенту Хану нужен кто-то рядом, чтобы напоминать ему имена гостей все время.
Он очень занятой. Бывают моменты, когда он не может все припомнить. Позже я пришлю тебе список гостей, чтобы ты хорошо его посмотрела. Не волнуйся. Я здесь. Хорошо. Спасибо, сестра Ци. Пожалуйста. Здравствуйте, президент Хан. Здравствуйте, президент Хан. Давно не виделись, президент Хан? Да, давно. Почему вы еще здесь? Поднимайтесь. Сестра Ци, звонит моя семья. Это может быть срочно. Ничего, ответь, я займусь. Алло, мама, что случилось? Все хорошо. Просто где ты? Я работаю. Дело вот в чем. Слушай, ты все еще помнишь мою коллегу, тетю Ван? Она пришла ко мне сегодня, и мы говорили о вас. У нее есть сын по имени Хэ Джун. Он не намного старше тебя. Сейчас у него неплохие дела в карьере. Думаю, вы могли бы узнать друг друга получше, верно? Я пришлю WeChat Джун-Джуна, чтобы вы могли добавить друг друга в друзья. Ладно, ладно, мне нужно работать, поговорю с вами позже. Хорошо. А вы кто, получается, русский или белорус? Белорус. Президент Хан. Здравствуйте. Здравствуйте. Президент Хан, мы хорошо. Придем. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ци. Здравствуйте. С каждым днем вы становитесь все красивее. Это мисс Ци из Oasis Group. Вы познакомились на церемонии перерезания ленточки в прошлом месяце. Миссис Ци в последнее время похудела. Я не видел вас несколько месяцев, и вы выглядите намного стройнее. Президенту Ци так повезло. Президент Хан, вы так внимательны. Ее не так сильно похудела, но вы все же увидели. Президент Хан, позвольте кое-кого вам представить. Хорошо. Сюда, пожалуйста. Президент Хан, давно не виделись. Здравствуйте. Госпожа Ци. Здравствуйте, давно не виделись. Здравствуйте. Аули. Это председатель группы Аули, Лье Джихуа. На прошлогоднем бизнес-коктейле вы встречались с ним. Председатель Е, мы год не виделись, правда? Ты его, правда, добавила? Потише. Она хотела, чтобы я добавила это, я и сделала. Серьезно, ты даже не представляешь, как было неловко, когда мы говорили. О чем вы двое шепчетесь? Ты уже добавил WeChat Хэ Джуна? Да. Тогда скорее назначь время встречи. Мы болтали всего несколько дней. Ты хочешь, чтобы мы встретились? Вы сможете лучше узнать друг друга, только встретившись. Я искала повсюду, чтобы найти этого Хэ Джуна. Мне не нравится твое отношение. Мама, послушай. Общение в Вичате на самом деле тоже хорошо. Что знает такой ребенок, как ты? Общение в Вичат — это просто взгляд в телефон. О чем тут говорить? Разве встреча с человеком не более важна? Вы можете развить отношения, лучше понять, встретившись лично. Скажем, когда дело касается отношений между людьми, характерами и образованием, звучит ли голос красиво? Сосредоточены ли их глаза? Выглядят ли они должным образом?
нежели их тон. Мама, она встретится с ним. Ты должна встретиться, да? Посмотри, какой у тебя разумный брат. Мама. Все решено. Я немедленно позвоню твоей тете Ван. Давай назначим на завтра. Завтра? Мама, это... Хорошо, решено. Кто тебя просил соглашаться? Разве ты в итоге бы не согласилась с таким отношением нашей мамы? Мне все равно. Если нужно идти, ты пойдешь со мной. А мне зачем? Мне я же должен понравиться ему. Ты согласился. Если не пойдешь, кто пойду, пойдет? Пойду. Завтра все испорти. Хорошо. Неплохо. Если бы не я, вы бы не создали такую прекрасную программу. Да я бы уже давно ее закончил. Что значит ты? Ты пытаешься украсть все лавры? Кто пытается украсть? Хватит. Лошу, раз программирование завершено, стоит готовиться к пресс-конференции? Выставка технологий через несколько дней. Мы опубликуем это там. Я согласен. Я тоже. Успеем подготовиться. Если не хватит времени, то будем работать сверхурочно. Раз мы так усердно работаем, не должны ли мы получить компенсацию? Поесть или выпить чаю? Это напомнило мне, что у моей подруги-сестры свидание вслепую. Но вы все, вероятно, не пойдете, так что неважно. Если Джоули не пойдет, я пойду. Кто сказал? Не волнуйся, Сии, я точно не пойду. Тогда я пойду. У тебя и так все хорошо, зачем идти? Повстречать новых людей.该何去何从？